Молодежная инициативная группа Болградской громады начала реализовывать свой экологический проект «Органические отходы – ценное сырье». Так, в городской школе номер 3 прошел открытый урок на тему сортировки мусора, а в школьном дворе был установлен первый из 10 компостеров. Подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик. О самом проекте мы уже рассказывали, смотри ссылку в описании под видео. Вначале ученики 2 класса Болградской школы номер 3 прослушали небольшую информацию о сортировке мусора. Затем вместе с членами инициативной группы активистов поиграли в экологическую обучающую игру «Эко-мемо», которая помогла детям приобрести практический навык сортировки мусора. Игра была подарена школе. Затем члены инициативной группы Алена Ильченко и Евгений Боэ рассказали детям о вреде сжигания опавших листьев и как альтернатива этому – собирать листья в компостеры для образования перегноя, как ценной подкормки растений. Чувствовали, как оно дымает? Да! Вам приятно? Нет! Дышать нечем, правда? Да! А кто ж будет эти костры? Люди! Люди, которые что, не знают, что делать с этими листьями? После урока дети отправились тестировать сам компостер. Его установили на хозяйственном дворе одного из корпусов школы. Ребята с азартом заполняли емкости опавшими листьями. Такие мероприятия должны проходить всегда, везде, потому что дети учатся с малых лет, учатся сортировать мусор. Они знают уже очень много, и это наше будущее. Стоит отметить, что это благое дело осуществляется в рамках проекта «Присоединяйся, взаимодействуй, создавай» при финансовой поддержке посольства Великобритании. Це такий цікавий молодіжний проект, який направлений на розвиток молодіжних екологічних ініціатив, де в рамках заходів проекту молодь вчиться писати проектні заявки, робити відеосюжети. Крім цього, ще декілька тем, які просто допомагають розвиватися особисто. Окрім навчального компоненту, тут є також невеличкий такий матеріальний заохочуючий компонент – це надання міні-грантування на ініціативи, на молодіжні екологічні ініціативи. Впереди у инициативной группы еще много работы, так как закуплено 10 компостеров. Они будут установлены в других школах и детских садах города Болграда. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Подпишитесь на канал и посмотрите наши другие видео.